Имя Андрея Звягинцева впервые зазвучало в 2003-м, когда лента начинающего российского режиссера «Возвращение» получила высшую награду Венеции – «Золотого льва». Это был настоящий триумф 35-летнего дебютанта, актера по профессии и режиссера-самоучки. Так, Андрей, давай быстро узнай, где тут можно поесть. Это как? Ты что, тупой? У людей спроси, найди. Давай быстро! Одна нога здесь, другая там. 4 года спустя Звягинцев вновь отличился. Его новая картина «Изгнание» получила золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль. Третья картина Звягинцева и вновь мировой успех. Елена удостаивается специального приза жюри в Каннах. К своей дочери ты такие воспитательные меры не применяешь и не применял никогда, я уверена. Лена, сейчас речь идет о твоем сыне. Ты меня как будто не слышишь. Пусть он, наконец, оторвет задницу от дивана и займется делом. Пусть он накормит свою семью. Это история пожилой семейной пары, одновременно злободневная и вечная. У супругов есть дети от первого брака. У Елены непутевый сын, находящийся со своей семьей на иждивении матери. У Владимира, напротив, богемная дочь. Сам Звягинцев назвал Елену картиной о личном апокалипсисе и адресовал ее тем, кто не боится увидеть на экране социальные портреты современного общества, частью которого они являются. 29-го фильм стартует во многих городах России. Я надеюсь, что зритель будет думать, посмотрит этот фильм и всерьез задумается о том, что с нами происходит. Что с нами со всеми происходит. Вот ни много ни мало, может быть, это амбициозное заявление, но мне кажется, что фильм сосредоточен вокруг этих идей, чтобы сообщить зрителю и нам самим о том, что с нами происходят некие изменения. Вот. Я не знаю, как откликнется и что увидит здесь молодой зритель, я имею в виду того зрителя, который родился вот в этих пределах, в пределах 20 последних лет. Но тот зритель, кто старше, кто знает, что, чем была эта страна и чем был российский человек, русский человек, там в 80-е годы, в 70-е, да и в 90-е тоже, вот, когда случился этот перелом. Вот, вот это отличие, это изменение вида. Мне бы хотелось, чтобы зритель увидел это, разглядел и признал, что действительно это нечто вроде... Это слова, конечно, не автора, это скорее слова со стороны. Я уже не раз их слышал, вроде слов таких, как диагноз, что ли. Диагноз состояния общества. Вот. И задумался просто о себе, о своих окружающих. О том разделении, о том страшном разобщении, о той видимой, о том страшном разобщении, которое вот нас сопровождает. Елена Анатольевна, сейчас я подойду. Тань, сейчас. Серега. Таня, с сыном общаюсь сейчас. Иди с матерью, пообщайся. Ты сказал сейчас. И критики, очень многие говорят об этом двоемерии. Богатые, бедные. Вот это состояние болезни, что ли, общества, которое мы сейчас имеем. Мы его тщательно маскируем, мы его прячем, мы его лакируем, вот. Экономическое благоденствие декларируем со всех трибун, вот. Но на самом деле мы имеем довольно больное общество, мне кажется. И как раз вокруг этого экономического благоденствия и мифа о нем вот и сосредоточены эти болячки нашего общества, маскируемые, лакируемые, замазываемые, которые нас изнутри разъедают, разрушают. Вот. Я не знаю, что с этим делать. Это вопрос скорее к экономистам и к властям, что делать с этим. Но фильм обращен к людям.
Человеку нужно самому это понимать, осознавать и чувство свое, предчувствие выносить в осознанный план. Может быть, увидев фильм, там зрители задумаются о том, что с ними самим происходит. Потому что эти процессы неприметны. Они очень так, как подводное течение, происходили у нас. В зеркало все смотрятся, однако же не всякий видит свое уродство. Кому-то кажется, что все очень даже замечательно. Так что это не только смелый зритель, но это умный зритель. Умный и, согласен, хорошее определение, смелый, мужественный, который может посмотреть и сказать, да, это касается меня. Это и меня касается. Вот так. Елена – это социальная драма из современной жизни. В ней все узнаваемо. Столичные районы для богатых и московские задворки. 2011 год. По-прежнему актуальный квартирный вопрос, уклонение от армии, непонимание отцов, воспитанных в СССР, и детей, рожденных после распада империи. Смотреть на себя самого. Что с нами сделали деньги, что с нами сделали обстоятельства, которые понуждают человека выживать любой ценой. В этих условиях, когда ты просто забываешь о любых других целях, ты забываешь о любых других мечтах. Ты только думаешь о том, как бы тебе прокормить самого себя, свою семью, своих детей. Как бы тебе не умереть с голоду и как бы тебе не остаться там ниже прожиточного минимума. Я уж не говорю о более страшных ситуациях. Все. Это касается всех. Это даже касается самых богатых. Что же вы такие несчастливые, если вы такие богатые? Потому что там что-то с душой происходит, возможно, понимаете? Там же, как бы сказать, деньги стяжаешь, приобретаешь, а жизни-то настоящей нет, не происходит. Что же дальше делать вот с этим всем? Что дальше делать? Этим со своей нищетой, а этим со своими несметными богатствами. Что с ними делать? А где жизнь? Персонажей в картине не так много. 4 главных и 3 второстепенных. Полгода Звягинцев искал актеров, которые точно попадут в образ. В итоге фильм отметили сразу на 3 престижных кинофестивалях. Полгода мы искали этих персонажей. Там их не так много, 4 главных персонажа и там 3 еще второстепенных, а далее уже эпизодники. Вот. Но мы довольно широко прошлись. И в Питере были, и в Москве. Вот. И это обыкновенная встреча с актером, разговор с ним. Вот, и однажды пришла Лена Лядова. Лена Лядова, которую я знаю хорошо, потому что она озвучивала у нас картину. Она озвучивала Веру в фильме «Изгнание». Вот, я заметил ее тогда, но как-то мне даже в голову не приходила ее кандидатура на роль Катерины. Вот, и даже когда она пришла, я думаю, ну хорошо, Лядова, ну давай попробуем с Лядовой. Вот, тут Лядова села в кадр и сделала сцену в кафе с Еленой, где она курит и говорит, что не лечите меня, вы как, что вы меня лечите, я сама разберусь, детский. Вот, я не буду выдавать некоторые реплики, они там такие, как бы сказать, лучше их в фильме увидеть. Вот, и она сделала эту сцену так, что у меня, в общем, практически, я скажу так, не было никаких сомнений, что это точное попадание. Вот иногда актер приходит, садится в кадр, начинает действовать или там, играть сцену, и ты понимаешь, что он почти попал в паз, в пазы с тем персонажем, которого ты себе представлял. Вот Лядова попала без зазора, абсолютно точно. Она как будто бы роль написана для нее, мне кажется так. Вот это большая удача и для меня, и для фильма в целом, потому что я встретил там, во-первых, содержательного человека на съемках. И очень сожалел, что наша работа там подходила к концу, потому что, значит, у нее 6 съемочных дней, и в 6-й съемочный день я смотрю на нее, думаю, черт побери, как бы хотелось еще с ней сделать несколько сцен. Вот, потому что она очень, очень, очень мощная актриса. И это ее большая удача и удача фильма, вот, роль Катерины. С Надеждой Маркиной я видел ее в театре у Женовача давно, еще в 90-е годы. И вспомнил о том, что вот я видел очень хорошее лицо. Вспомнил о ней, когда она пришла, я понял, что, в общем, нам нужно будет несколько ее взрослить. Потому что ее персонаж, она молодая женщина, а ее персонаж уже пенсионного возраста, героиня. Вот. Но это блестящая актриса, удивительных способностей, очень талантливая. И, по-моему, она просто там на самом
что называется, месте. Смирнов был утвержден в один день с Маркиной. Это был уже тот день, когда художнику по костюмам нужно было уже хоть кого-то утверждать, чтобы иметь каких-то актеров уже утвержденных, потому что нужно было снимать мерки, шить костюмы. До съемок было, в общем, не так много времени. Вот. И это уже было нечто вроде дедлайна. Я понимал, что нужно утверждать. Я понял, что все-таки, уже там неделю думал об этом, что это Маркина и Смирнов, утверждаю их, звоню Смирнову, а Смирнов говорит, вдруг говорит, за 32 дня, по-моему, до первого съемочного дня, это после полугодового поиска этих персонажей, вдруг за месяц до съемки он мне говорит, Андрей, я не могу. Я не могу сниматься, я не могу, у меня не получается. И он так категорически отказывается, что я понимаю, вдруг там спустя минут 10 разговора с ним по телефону, я понимаю, что все, что это невозможно. На следующий же день мы собрались все, там в штаб такой собрали, второго режиссера и так далее, и стали принимать решение, что нам делать со сроками, потому что у него там вся проблема была в сроках. И мы как-то переделали планирование, сдвинули начало съемок дней на 10 позже, потому что Андрей Смирнов в эти дни заканчивал свою картину. И на следующий же день я пошел к нему навстречу домой. Мы сели, выпили немного, значит, кофе. Это было утро. И поговорили с ним. И где-то в результате, значит, через час-полтора разговора я почувствовал, что он почти согласен. Он понял, что я просто иначе, если он не согласится, я просто умру. Вот. И решил меня оставить в живых. Следующий фильм. Венецианский и каннский лауреат Андрей Звягинцев планирует снять на английском языке. Решение принципиальное. Иностранный язык скажется положительно на прокатной судьбе картины, уверен режиссер. Елену же, скорее всего, ждет участь авторского кино. Всероссийская премьера картины намечена на 29 сентября.